Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами игра Mortal Kombat 11. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить звуковые сигналы для интерактивных объектов. Итак, мы нажимаем на кнопочку параметров, далее выбираем аудио, проходим вниз, выбираем звуковые сигналы для интерактивных объектов и можем включить либо выключить данную функцию. Нажимаем на нолик и на крестик для сохранения. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.